Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня вяжем спицами. Посмотрите, какой интересный, красивый, модный, стильный джемпер. Эту идею я нашла на просторах интернета. И в этом видео-мастер-классе мы с вами свяжем образец узора для того, чтобы вы смогли связать похожую модель. Узор вяжется быстро, просто, легко. Для вязания узора я выбрала объемную пряжу от Yanart. Название пряжи Jeans Bamboo. Вязать образец узора я буду спицами номер 5. Это разъемные спицы от Knit Pro. Сейчас в правом верхнем углу я вам оставлю ссылку на обзор моих самых лучших спиц, которые я вам рекомендую. Если у вас таких нет, то обязательно закажите. Количество петель должно быть кратное 3 при вязании узора прямыми и обратными рядами. Если будете вязать узор по кругу, то количество петель должно делиться на 3. Высота раппорта 4 ряда. Значит, 3 петли, 4 ряда. Мы будем с вами вязать 3 раппорта. 3 раппорта умножаем на 3, количество петель в раппорте получается 9, и прибавляем 2 кромочных. Общее количество набранных петель должно быть 11. Петли набраны, и приступаем к вязанию первого ряда раппорта. Вяжем все петли лицевые. Кромочную снимаем. И сейчас я провязываю каждую петлю лицевой за переднюю стенку. Кромочную вяжем изнаночной всегда. Второй ряд. Кромочную снимаю и все петли провязываем изнаночными петлями. Я буду вязать бабушкиным способом, а вы можете вязать классическим. Провязываем все 11 петель, за исключением первой кромочной, изнаночными. Третий ряд раппорта. Кромочную снимаем. Первая петля лицевая. Провязали за заднюю стенку. Следующую петлю снимаем, не провязывая. Нить оставляем за работой. Просто перенесли петлю на правую спицу. И повторяем вязать раппорт. Одна лицевая за заднюю стенку. Следующую петлю снимаем на правую спицу лицевой, не провязывая, а нить оставляем за работой. Повторяем раппорт. Лицевая за заднюю стенку. Петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая, лицевой, нить оставляем за работой. Одна лицевая за заднюю стенку. Следующую петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая, нить оставляем за работой. Заканчиваем вязать ряд, провязываем в конце ряда одну лицевую за заднюю стенку, кромочную и изнаночной. Четвертый ряд, заключительный. Кромочную снимаем. Одна лицевая, лицевую провязываю за переднюю стенку. И петлю, которую снимали мы с вами в третьем ряду, снимаем, но нить оставляем уже перед работой, перед левой спицей. Переснимаем петлю на правую спицу, не провязывая. Нить у нас, смотрит вот эта рабочая нить, лежит перед работой. Повторяем раппорт. Раппорт у нас начинается с одной лицевой, провязываем ее за переднюю стенку.
Далее нить оставляем перед работой, переснимаем петлю, не провязывая, на правую спицу. И следим, чтобы у нас рабочая нить была перед петлей. Повторяем раппорт. Одна лицевая за переднюю стенку. Нить оставляем перед работой, а петлю мы перекидываем, не провязывая, на правую спицу. Лицевая за переднюю стенку. Это у нас начало третьего раппорта. Нить перед работой, перед петлей. Переснимаем петлю на правую спицу, не провязывая. Заканчиваем вязать раппорт, провязываем лицевую и в конце ряда вяжем изнаночную петлю. Связали с вами один раппорт узора. Далее, для того чтобы продолжить вязание, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания первого ряда и вяжите вместе со мной, все время повторяя первый, второй, третий и четвертый ряд. Я провязала 4 раппорта в высоту. Внешний вид узора зависит от пряжи, по метражу, по составу, какую вы выберете, и также размер спиц. Вяжите образцы, подбирайте пряжу, и творческих вам успехов! Я немножко изменила узор. Вот 3 раппорта, первый, второй, третий, я связала по видеомастер-классу, то есть точно так же, как я вам показывала. А в четвертом раппорте я узор изменила. И он у меня связан немножко по-другому. Значит, в первом ряду я вязала все петли лицевые, а вот во втором ряду я вязала резинкой 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. И немножко, вот видите, узор отличается. А какой узор вам больше нравится, также пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Сейчас я вас приглашаю на подробный попетельный мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки спицами. Посмотрите, какой стильный модный жилет можно связать. Данный вариант можно связать на любой сезон. Все зависит от того, какую вы пряжу выберете по составу и метражу. Если у вас есть желание связать безрукавку листья брунелла, в комментариях мне напишите. И я вам обязательно отвечу, как получить подробный попетельный мастер-класс, разработанный мной специально для начинающих. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите. Хочу связать листья брунелла.